вас с жизнью богатых и знаменитых. Поехали! 10 знаменитостей, которые стали мамами в весьма нежном возрасте. Рождение ребенка для этих звезд стало дополнительным стимулом, позволяющим преодолеть любые трудности и добиться славы и признания. Вупи Голдберг. Единственная дочь актрисы Александра появилась на свет в 1973, когда будущей звезде исполнилось 18 лет. Элвин Мартин, ставший отцом девочки, помог Вупи Голдберг, Кэрин Элайн Джонсон отказаться от употребления наркотиков, устроиться на работу и полностью изменить ее жизнь. До встречи с Элвином Кэрин жила в коммуне хиппи и вела асоциальный образ жизни. Эдит Пиаф. Французская певица познакомилась со своим первым мужем в 16-летнем возрасте, а уже в 17 родила крошку Марсель. Супруг певицы настаивал на том, чтобы Эдит бросила работу и занималась исключительно домом и семьей. Но юная девушка, служившая в кабаре, не представляла свою жизнь без музыки и предпочла разойтись с мужем. Она забрала дочь с собой, но супруг выкрал ее в надежде вернуть любимую. Но случилась беда. Крошка заболела туберкулезным менингитом и скончалась в 3-летнем возрасте. Больше детей у Эдит Пиаф не было. Анжелика Агурбаш. Лика Ялинская родила дочь Дашу в 18 лет в браке с белорусским актером и режиссером Игорем Линевым. По признанию певицы, ранее материнство для нее было вполне ожидаемым, потому что она точно знала, что хочет стать мамой и воспитывать детей. Лера Кудрявцева. Первый брак знаменитой телеведущей с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Линюком продлился недолго, но музыкант стал отцом ее сына Жана, которого Лера родила в 18 лет. Сын ведущий вырос очень самостоятельным, его взаимоотношения с мамой больше похожи на дружеские. Жан предпочитает не пользоваться известностью мамы. Певица Слава. Анастасия Слоневская родила свою старшую дочь Александру в 18 лет. Когда малышке еще не было и года, Слава рассталась с отцом девочки Константином Морозовым, но сделала все, чтобы полностью обеспечить свою маленькую семью. Благодаря небольшой разнице в возрасте с дочерью, певица очень хорошо понимает Александру, стараясь быть для нее не только мамой, но и лучшей подругой. Арета Франклин. Американская певица, которую называют легендой R&B, к 17 годам уже имела 2 сыновей. Своего первенца она родила в 14 лет. Правда, воспитанием малышей занимались родители и тетя певицы, пока звезда завоевывала музыкальный Олимп. Впрочем, усилия звезды увенчались успехом, и она стала не только самой молодой обладательницей премии Грэмми, но и одной из самых продаваемых певиц мира. Таисия Повалий. Украинская певица ничуть не жалеет о том, что ее первенец появился на свет, когда ей было 18 лет. Она прожила в браке со своим первым мужем Владимиром Повалием 11 лет, после чего ушла к своему второму мужу Игорю Лихуте. Поначалу сын Денис не принял ее решение и остался жить с отцом, но со временем мама и сын примирились друг с другом и смогли подружиться. Лоретта Лин. Одна из самых известных исполнительниц в стиле кантри, Лоретта Лин вышла замуж довольно рано и свою первую дочь Бетти родила в 17 лет. К этому времени она уже год была замужем за продюсером Оливером Линном. Они прожили вместе 48 лет и воспитали 6 детей. К сожалению, супруг певицы скончался в 1996 году. Не дожили до сегодняшнего дня и 2 старших детей исполнительницы. Однако количество внуков и внучек исполнительницы – 21 человек. А еще есть правнуки и даже праправнуки. Наргиз Закирова. Наргиз Закирова тоже стала молодой мамой, родив дочь Сабину в 18 лет. Когда девочке было 5 лет, она уже была в разводе и вместе с родителями эмигрировала в Америку. Сейчас у певицы 3 взрослых и самостоятельных детей, а Сабина уже сама воспитывает 3-летнего сына. Анна Николь Смит. Вики Лин Хоган – настоящее имя американской супермодели и актрисы. Никому неизвестная в то время 18-летняя Вики родила сына в браке с поваром Билли Смитом. Впрочем, и сама будущая звезда в то время зарабатывала на жизнь жаркой кур в том же ресторане, где трудился ее муж. Сын модели Дэниел Уэйн Смит скончался в 2006 году, приняв большую дозу лекарственных препаратов. На этом все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, а также не забудьте зайти на огонек на наш сайт.